несколько серий отдана Эмили Вуд, так что не судите слишком строго. Где я? Кто это сказал? Я внутри. Где? Где? Внизу. Я тебя не вижу. Я не халузь, где-то внизу, в черном месте. Что? Кто туда попал? Я зима, честно, не знаю. Сла, по дороге пирожок наросла, съела, поела. Ну, а как ты появился у тебя внутри? Это выступление. Меня не было. Ты незаконно проникла в мою комнату. Это виноват. Ты меня специально заманил к себе. О, как это такое? Я не виноват. Это не я. Пульсай оттуда. Это место предназначено для больших праздников тёртого пиньят. Это не место для игр. Дай-ка найду кнопку выключения. А, это не кнопка, это провод. Вот ты где. Круто! Это киберпанк! Теперь я мой, теперь вы можете меня сканировать со всех сторон. Прикольно, блин. Прикольно! А надеюсь, сканер не видит внутри меня. И то ты увидишь меня слишком умную. Мозг прям сверкает. Ты бы видел, у меня такой огромнейший, что фиг в голову влезет. Видишь, какой у меня огромный мозг? Как странно. Твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Действительно странно. Очень странно. Точно. Ребята, а вы знаете мой профиль? А если не знаете, то обязательно нужно взять маленькую месть, подписаться на канал, поставить лайк и написать бодрый комментарий. Чтобы выявить свое недовольство и повержение видео. Посмотрите вот это видео. Там я прохожу касалкера. Это офигенная анимация про сталкер. Вам по-любому понравится. Кошка. Я сообщу об этом в главный офис. Ой, ошибка подключения. Мне не удалось подключить заказной сети. Это Люка, она все сделала, она тебе подключила, она тебе сделала, она затворила. Она злюка, она украла типсы. Ой, не. Она злюка, она открутила тебя, а она украла типсы. Что? Кто? Кто она? Кто это? Кто? Кто она сделала? Не могу говорить, она идет. Сотрудница охраны Ванесса, она может помочь. Нет! Я ей не доверяю. Смотри, какой незлобная ухомылочка. И до крема домой не собрались видеть, кто не верит разговорам. Фредди, ты веришь? Но мне кажется, что... А где я в СССР? Где я? Куда я попала?
Я верю, что... Все дровись недавно, все надо так не скотина! Держите меня, семеро! Дяки прыгай в домки! За Зону, за Родину! Задолбал. И, кстати, я тоже не верю разговорам Фредди. Вот видишь, этой злюке никто не верит, а я особенно не верю. Так что тебе верить не стоит. Она себя разберет на винтики и болтики и продаст на черном рынке, а ей отдадут всего 3 рубля с тебя, потому что залезу в тебя так себе, чтобы он с пластмассой, наверное, сделан. Сделан с пластмассой. Так, Анжела, что мне надо делать? Вот, тогда держи вот это, они помогут тебе. Возьми их. Если ты попадешь в беду, я буду знать. Подарочек, там будет шоколадка. Держи, это чистый фас, они помогут тебе. Вау, красотища. Я к них буду в них красиво смотреться. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Привет, Коска, это я, Фредди. И я тебе даю зашифрованное сообщение. Тебе нужно найти тебе выбраться и выбраться из комнаты и спаси меня. Мне нужно найти комнату. Но здесь и в комнате есть аквариумная кнопка, которую я сблокирую, не заметять. Но если ты найдешь ее, то ты выпустишь меня отсюда. Обязательно помоги мне, неплохо. Окей, Миска. А ты надо делать? Куда ты нажимать? Где, как, где все делать? Что делать? Вот нажми на эту кнопку. Окей. Назад. Вот. Опиши, если попадешь в пету. Окей. Спасибо, Биска. Надеюсь, мы больше не увидимся. Это будет последняя встреча. Ох. Алло. Алло, Фредди, помоги мне срочно! Я попал в САСАТАСТ, ребята, меня хотят убить и зазрать! Я не знаю, что мне делать, я не знаю, куда идти! Помоги мне, пожалуйста! Кошка, не беспокойся! Ты в безопасности, потому что ты даже на метр не отошла от меня! Точно? Ой, совсем забыла. Вот мне. Я думал, что это страшное место. А ты монстр какой-то. А ну все, я пошла на поиски. Ну что ж, зеркало. Надо привести себя в порядок для выступления. Алло? Алло, Фред. У меня проблема. Я застряла, кажется, где? Кажется, одна вентиляция. Я не знаю, где я. Мне нужна большая помощь. Куда мне идти? Как направляться? Кошка, повторяю. Ты даже не приблизилась к двери. О, точно? А я тебе думала, что дверь закрыта, типа дверь открыта. Ладно, все. Пока-пока. О, ладно. Пора, нужно нарядиться. Фредди! Что? Дверь закрыта или открыта? Кошка, открой для начала дверь. Открыть? Ну давайте откроем дверь. Спасибо, Миска. Не за что, кошка. Открой дверь и все. Хорошо, я открою дверь, как ты сказал. Ну что ж, давай, Фредди. Что? А дверь надо открывать? Или не надо открывать? Я что-то не помню. Ты мне что-то говорил. А что ты мне говорил? Открыть? Кошка, давай я тебе открою тогда дверь, аж ты не можешь ее открыть. Смотри. Оп. И оп. Вот так. О, спасибо. Дай пятюню. Я пошла. Фредди. Скажи, куда мне нужно идти? Тебе нужно найти пропуск, открыть и спасти меня, выпустить комнаты. О, точно! Ладно, я пошла. Пока, Миска! Миска, пока! Пока.
Красотища-то какая! Кошка, ты почему не идешь? Я тут смотрела на часы, а сидит красивая штука! Вот это да! Я прям настоящий красавица! Все, иди, окей. И ползти по вентиляции, забейте не из легких. А тут маленькой хрени нету, которая будет за мной бегать с барабанами. О, типики! Ай, скорей! Нет! Лучше. Ты сегодня великолепно выступила. Ты лучшая. Лучшая во всем. Тебя все любят. Все уважают. Все обожают тебя. Все хотят быть тобой. Все постоянно хотят быть тобой. Мои волосы прекрасны. Я сама прекрасная, голос прекрасный. Я лучшая во всем. Никто меня не победит. А лучше все видят тебя, все хотят кричать твое имя. Эти псоны, вы куда это потерялись? Вы где? Это за комната. Все хотят смотреть на тебя. Фокси. Фу, это кто? Наслаждаясь своими выступлениями. Все любят кататься. Привет. Ты что? Ты меня видишь? Я обожаю тебя. И во всем мире, по всему свету, сидеть без ума от тебя. Ты самая лучшая. Ты что, меня не видишь вообще? Алло! Никто ничего не позволяет. Ты самая лучшая. Да раз. На свете. Дик-дики. Я лучшая. Что-то от кошки ничего не слышно. Прием. Кошка. Ты в порядке? Ты в вентиляции? Позволяет. Ты самая лучшая. Да, вентиляция уже. Дик-дики. Двигайся вперед по направлению, чтобы дойти до официального... Миска! Я забыла! Что мне надо сделать? Спецэффекты хорошие, кошка. Почему ты не встаешь с места? Потому что мне лень. Я понимаю, но можем развлечься, чтобы тебе было немного весело. Чтобы... Да отвали туза от меня, я хочу поваляться на полу. Хорошо, поваляться на полу. Так давай я посмотрю, грязный или не грязный этот пол. Вдруг подхватишь микробов. Да отвали туза от меня. О нет, с кошкой что-то случилось. Я должен немедленно ее спасти. Да господи, дай ты мне уже спокойно поспать. Не понимаешь, что ли? Я хочу спать. Я не хочу играть. Я не хочу ничего делать. Я хочу спать. Я понимаю, что спать. Ну зачем? Может, потому что сидел в 4 ночи утра. То есть, ну, час ночи. Я за тебя весь настрой сбился. Пойдем вон урок себе сплю. Нет, не делай этого. Вот!
Кошка, что ты делаешь? Ваза! 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 Я слышу чьи-то крики. Валим! Скорее валим! Миска, спаси! Как скажешь, кошка. Только если ты это сделаешь, во благо. Да-да-да, конец, открывай бы это, давай скорее. Стоп, я зажжу голос. Он идет из каморки Фредди. По-моему, здесь кого-то слышал. Ты. Никого не видел. Черную кошку. Нет, кошку. Здесь вообще кошек нет. Только я и Рокси, а остальные на выступлении. Да? Тогда я слышал другие голоса. Ага, он здесь. Не облузай. А, что это было? Это ты делал? Я видел, это сделал ты. Что? Ну зачем? Зачем мне это делать? Да видел, это сделал ты. И точно быть не может. Салют, это уже по-любому ты. Я ничего не делал. Не ври. Не ври, я тебя раскусил. Я тебя раскусил, скотина. Стоять, Рокси. Вау, солнышко. Крику не будет, это просто тебя. Посмотрим на пути охраны. Там может быть пропуск. Так ты сможешь меня впустить. Назад. Круто, я в зариках. Воу-воу-воу, прикольно. Это кто? Татуй, Бакуги, на-на-на! Кошка! Не что? Кошка, у меня есть эта штучка, научись кататься на кожаных машинах. Да уж, кошка, молодец. Я самая лучшая, я научу кошку кататься на машинах. Кошка за рулем, мы ей не доверяем. Но она нас везет, мы смеемся и не знаем. А нам чуть по трассе, шум ушей не касается. Кошка наш шофер, она не устает. Бежать нелегко, смеяться все приятно. Кошка несет вперед, мы держимся как братья. Кошка за рулем, мы ей не доверяем. Но она нас везет, мы смеемся и не знаем. А нам чуть по трассе, шум ушей не касается. Кошка наш шофер, она не устает. Это я, Тёма!
мя-мя-мя. Быстро сядьте на место. Мя-мя-мя. Значит так, кошка, сегодня мы будем учить буквы. А перемена скоро будет. Это буква Г. А скоро перемена. Сколько будет, кошка? Банан! А скоро перемена. Мя-мя-мя-мя-мя. Посмотрите вверх. Посмотрите вверх. Кошка! Кирпич. О, кирпич. Кирпич. Ледная балка падает. Кирпичная стена. Ура! Перемена! 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 Кирпич. Мя-мя-мя-мя-мя. Мя-мя-мя-мя-мя. Кирпич. Кошка, полезай скорее. Как интересно. У меня есть идея. Бибись, полива. Иди к возьмем. Так, значит, рядом с вас кто-то. Так, кто вообще выбрал игрушки? Так, а. Блин, подождите, пожалуйста, ваша пицца придет. Что? А где вся пицца? Мне тебе сказали. Ты тут? Я знаю, ты с смятением. Тебе плохо. Ну, могу верить тебе, что все это пройдет. Может мне не верить, но это правда. Наверное. Я не причиню тебе вреда. Я друг. Я не думаю, что ты тупая, сумасшедшая, помесанная, глупая. То, что бегаешь по этим, больше любит пиццу, больше бегаешь, с ума сходит, съест мусор. Ну не-не-не-не-не, я не хотел сказать. Не бей меня. Я задел твои чувства. Ты несерьезно. Ты не поняла меня. Я другое хотела сказать. Мы девчонки.
и всегда держимся вместе. Я ей это хотела сказать. Ты теперь в нашей банде. Ты моя лучшая подруга. Я вижу, ты изгой. Как и я, как все мы. У каждого есть недостатки. Да! Есть у всех. Вот у Синди. Она вышла, она ест охранников. Это нормально. А, обычно. Она ест охранника. Постоянно ест охранника. Постоянно. У Алисы. Она в Антона влюблена. Извини, я это сказала. Не хотела говорить заранее. Вот видишь, у каждого есть недостатки. С ними можно жить, а у меня недостатки. Я очень умная кошка. Ты убила Ванессу. Вечеринка! Можно. Пойти. Я чувствую, что ты сломан. Что я? Да не ты! Мазынку мою раздавил. Ну что за манеры? Не перебивай! Что прощать? Прощать? Не прощать нечего. Но это пока... Стой! Ты кто? Знаете? Я вижу, что вы по не похожи. Потому что я не крокодил. А кто? Манти. А крокодил где? Вы кто вообще? Психолог? Я психолог. Психолог. Так-так, и давно это с вами? Давно что? Ну, это... Стопа крокодил. О боже, спасите меня! Илья, возьмите! Тут базар горим! Да ты делаешь? Кошка? Я узнал тебя! Что? Это ты? Ты тупой? Тупой. Смотри. Фокус. 1, 2, 3! Я точно уверен, что это кто-то ездит. Это монстр. А, это мусорщик. Эй, мусорщик! Ты, блядь, забыл! Эй, мусорник! Эй, мусорник! Мусор!
Мусор. Что тут? Кошка в деле, кошка в деле, хвостик вверх, лапки в пляс. Кошка в деле, кошка в деле, кайф у нас сейчас. Шарик бросит в сторону.